Привет, у меня очередная посылочка для вас. Вот давайте посмотрим, что на этот раз пришло ко мне из Китая. Это у нас фильтры, которые мне помогут в определенных обстоятельствах. Вот такие фильтры я буду через них процеживать всякие сусла и прочее. Сюда будет подключаться моторчик, который в предыдущих моих роликах можно было увидеть. Вот. Кому интересно будет, спросит, оставлю ссылку, если надо будет. Вот. Кто-то сможет применить это в своих каких-то задачах. Значит, сеточка из нержавейки. Я смотрю, достаточно хорошо сделано. Стоит там копеечно, доллар полтора-два, может быть, не знаю. Посмотрите по ссылке, которую я оставлю в описании, как всегда. И в комментариях оставляйте свои вопросы, если таковые имеются. Лайки, дизлайки. Не забываем также подписываться на канал. Вот. И отдельное спасибо людям, которые покупают по моим ссылкам, заказывают в Китае. Ну, на этом все. Пока.